Опять ты? Разве не тебя я видел в Вороньей скале? Ты говоришь о книгах эзотерических знаний, которые разбросал по миру старый Хермеус Мора? Это как-то связано с твоими поисками Мирака? Одна есть, и она уже прочитана, верно ведь? И не пытайся отрицать. Прочитана. Я вижу это. Опасные знания все равно знания, и они тоже полезны. Более того, по моему опыту, такие знания самые полезные. А вот это очень опасный путь. Хермеус Мора ничего не отдает даром. Ты тоже можешь кончить как Мирак, конечно. Два обезумевших от жажды могущества дракона рожденных. Очень любопытное сочетание. О, да. Их нетрудно найти, если знаешь, где искать. У меня тут есть одна, и с ее помощью я ищу другие. Да, я не сидел без дела, пока это крайне занимательное безумие овладевало Салстеймом. Но моя книга определенно не то, что ты ищешь. Я совершенно уверен, что она никак не связана с этим Мираком. Зато я знаю, где найти черную книгу, которая может тебе помочь. О, она точно никак не связана с силой, завладевшей островом. И я сейчас говорю не о Хермеусе Море. Черные книги-то все его, конечно. Нет. Тебе нужна особенная книга. Именно благодаря ей Мирак обрел свои силы. Да, знаю. Правда, заполучить ее я не смог. Но, может быть, вместе нам удастся проникнуть в тайны Двемеров. Ну, гномы, можно сказать, специализировались на запретных знаниях, так ведь? Ты же не думаешь, что они выставляли свои секреты для общего доступа, правда? Похоже, что древние Двемеры нашли эту книгу и начали изучать ее. Я нашел их читальню в развалинах Нчардака. Книга там. Но она находится под защитным экраном, который мне открыть не удалось. Возможно, вместе мы все-таки сумеем добраться до книги. Так что нам в Нчардак. Следуй за мной.
Книга находится под этим куполом. Мне нужно открыть дверь. Давай этим займемся. Когда я был здесь последний раз... У тебя множество вещей. Заключим-ка сделку. К счастью, когда я последний раз был здесь, нашел куб, с помощью которого ими можно управлять.
Жду с нетерпением. Мне так нравится иметь дела со смертными. Я запечатал дверь, когда уходил, чтобы отвадить любителей совать нос куда не надо. Сейчас отопру. Книга там, внутри. Соблазнительно близко. Но поверьте мне, нет такой магии, чтобы это открыть. Если бы можно было, книга была бы уже у меня. Нет, нам придется пойти обходным путем. Если нам удастся восстановить подачу пара в эту комнату, я смогу добраться до книги, уверен. Как видишь, это проще сказать, чем сделать. Котлы вон там. Я сказал, если мы хотим заполучить книгу, нужно восстановить подачу пара в эту комнату. Прошлый раз, когда я был здесь, я исследовал лишь небольшую часть развалин. Тогда я был один и понял, что для этой грязной и опасной работы обязательно требуется помощник. Чардак. Город Стапаши. В свое время здесь был крупнейший и, возможно, самый полный из великих дремерских архивов. В древних легендах говорится, что когда норды попытались захватить город, дремеры затопили его и держали его под водой, пока завоеватели не отступили. Лично я в этом сомневаюсь. Но город был чудом дремерского инженерного искусства. А теперь... Вот что осталось. Можно видеть, большая часть нижних уровней города затоплена. Но надежда есть. Старые двемерские насосы, похоже, работают. Смотри. К сожалению, насосы включаются только когда кубы стоят на колонне. А у меня всего один куб. Эти четыре котла подают пар в комнату наверху. Они выключены. Ими можно управлять с помощью кубов. Так что, если мы найдем еще 4 куба, то сможем включить котлы и возобновить подачу пара в комнату наверху. И тогда я сумею открыть защитный чехол книги. Возьми этот куб. Нам он понадобится. Устройство показывает, что в этой части города находятся еще 4 куба. Похоже, что большую часть кубов перенесли на нижние уровни. Возможно, они пытались контролировать затопление до того, как город был покинут. Интересно. Это позволяет предположить, что город затонул во время первой катастрофы Красной горы. Или слуги двемеров продолжали пытаться сохранить город после исчезновения их создателей. Ну что же, 3 куба за этой дверью. Стоит отсюда и начать. Надеюсь, тебе не справится с магией.
Очевидно, это и есть великие мастерские Нчардака. Производят впечатление, несмотря на разрушение. Считается, что в пору расцвета в этом городе могли полностью собрать автоматон за один день. Большая часть Двегерской армии в битве при Красной горе, наверное, была отсюда. Похоже, чтобы двигаться дальше, нам придется как-то понизить уровень воды. А, хорошо. А теперь посмотрим, найдем ли мы способ добраться до следующего пункта. Выходи немедленно. Лед, огонь и буря. К сожалению, каждый добытый нами куб отключается от... Похоже, запас этих северских суховин просто нескончаемый. И вновь победа! Посмотрим, куда это ведет.
таким уровнем воды мы можем просто переплыть разрушенную часть прохода. Очень хорошо. По моим подсчетам, мы в общей сложности нашли 4 куба. Если, конечно, по твоей милости, ничего не потеряно. Выходи немедленно!
Последний куб где-то здесь. Надеюсь, не придется больше плавать в этой жиже. Я думаю, где-то здесь должен включаться насос. Но как туда добраться? Что ж, некоторое продвижение есть, но нам нужно опустить все три раза, чтобы добраться до устройства управления насосом. Ну вот, только больше ничего не трогай. А теперь скорее. Какая гадость. Честно говоря, это грязище порядком надоело. У меня есть идея. Я подожду здесь и выну этот куб, как только ты найдешь последний. Удачи. Куб найден? Отлично, отлично. Тогда я возьму этот, и можно двигаться дальше. Осторожно. Оба насоса отключены, и вода поднимается все выше.
оказалось проще, чем я ожидал. Хорошо, что ты здесь, и вся тяжелая работа на тебе. Вместе с кубом, который я вынул, у нас их теперь должно быть 5. Ровно столько, сколько нужно. Теперь, наконец, можно попробовать запустить котлы. Вот. Я захватил для тебя этот куб. У нас есть кубы, нужные для запуска котлов. Давай не будем терять времени. Может, займемся этим?
Thank you.
Прекрасно, друг мой. Твои странствия в поисках просветления наконец привели тебя сюда, в мое царство. И я знал, что так и будет. Итак, ты в моих владениях. Ты ищешь запретные знания, которые до сих пор получил всего один. Ты из драконорожденных, как и Мирак, ищешь знания и власть. Всему, что он знает, он научился от меня. Я знаю, чего ты хочешь. Использовать силу драконорожденного, чтобы подчинить мир своей воле. В таком случае, вот знания, которые тебе нужны. Хотя ты и не представляешь, что именно тебе нужно. Второе слово силы. Используй его, чтобы подчинить волю смертных своим целям. Но этого мало. Мирак знает последнее слово силы. Без него не стоит и надеяться одолеть его. Мирак хорошо служил мне и получил награду. Я могу даровать и тебе ту же силу, что и ему. Но любое знание имеет свою цену. Знание за знание. Скалы скрывают от меня свои тайны много лет. Пришло время добавить их знания в мою библиотеку. Я знаю, что ты это сделаешь, и тогда я дам тебе знания, которые ты ищешь. Отправь ко мне шамана Скаалов. Он хранит тайны, которые должны стать моими. Что произошло? Как это было? Разные люди при чтении этих книг переживали разные вещи. Неудивительно, что Двемеры так интересовались этой книгой. Без сомнения, именно ее использовал Мирак, чтобы увеличить силы, дарованные ему как драконорожденному. Но, думаю, есть и плохие новости. Я не верю, что Хермеус Мора мог передать кому-то знания, не назначив за них цену. А, какие такие тайны они могут скрывать от старого Моры? Да, вот это будет сделка. Хермеус Мора узнает потрясающий новый способ освежевать Хоркина. А ты станешь вторым, самым могущественным драконорожденным из всех когда-либо живших. Да, тут есть над чем подумать. Мне нужно вернуться в Тель-Митрин. У меня есть кое-какие идеи, как найти еще черные книги.
нужно вернуться в Кэрри-3. У меня есть кое-какие... Когда Мирак вернется... Продолжит править своим законным Юнарсом.